Так обидно приходить с работы, когда твой маленький ребеночек, сын или дочка, или сын и дочка уже спят. Как выглядит самый лучший день в понимании ребенка? На этот вопрос отвечает новая постановка молодежного театра по пьесе Дмитрия Войдека «Папам учительная, папам учительная сказка». Спектакль рассказывает зрителям, как однажды папа-работяга решил оставить ежедневную рутину позади и провести время с ребенком. Главные действующие лица – это родители и ребенок. Конечно, папа и сын. И почему самый лучший в мире день? Потому что в этот день, про который мы играем, случилось невозможное. Папа остался дома с ребенком и провел его целый день с ним. Это было такое счастье. И в этом спектакле мы все объединились одной мыслью. Вот пусть будет так, как в этом спектакле. Пусть будет мир, пусть будет счастье, пусть будет любовь. Спектакль добрый, веселый, семейный, а самое главное, понятный для каждого, кто решит провести праздничный день в молодежном театре. Труппа признается, что играть постановку для детей тяжело, но равнодушным от спектакля никто не останется. Дети, мне кажется, более суровые зрители. Они неправды не приемлют. Взрослые как-то из вежливости еще могут принять благосклонно, а по детям будет сразу понятно, есть ли фальшь. Первыми смогли посмотреть спектакль «Самый лучший в мире день» на сцене «Дети мобилизованных солдат». Насладиться постановкой можно два раза в день с 23 декабря по 8 января, кроме 1 января в молодежном театре. Светлана Карпухина, Юрий Конихин, Управда ТВ.